было максимально по-честному, я сама его сейчас буду раскладывать первый раз и понятия не имею, как это сделать. Но, как я поняла, судя по этим лентам и по этому механизму, нужно вот эту часть выдвигать. Вот мы ее выдвигаем. Так, и вот это получается вперед. Здесь, видите, специальная ленточка. Когда вы будете обратно поднимать спинку, очень просто потянуть за нее и собрать диван назад. Смотрите, внутри у нас достаточно большое количество места. Кстати, посмотрите, красиво сделано. Ну, допустим, для подушек или для постельного белья. Давайте назад поставим. В общем, вот такой огромный диван сейчас можно приобрести за 41 490 рублей. Приходите все в прогресс.